Мир вам, братья и сестры. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Друзья, у нас есть Отец Небесный, Создатель, который создал все вокруг, все, что мы можем постигнуть нашим разумом и что мы не можем. Есть Создатель человека и материального мира. Есть Тот, Кто создал материальный мир и его обитателя человечества, и духовный мир с его обитателями духами. И одаренность, талант, способности – это дар для человечества и отдельно для каждого человека, рожденного под небом на земле. Каждый человек при рождении получает и имеет дары от Бога, дары творчества и права выбора. Друзья мои, есть три вида одаренности на земле. Первое – для жизни для каждого человека, вне зависимости, он верующий или нет. Вторая – это те, кто пришел к Богу и исполнил Духом Святым и особенности присутствия Духа в нас, которое проявляется в дарах служения в Церкви, и жизнь, обновленная Духом Божьим, то есть закон Духа жизни. Одаренность, талант, способности, дар для каждого человека. Бог при рождении дает и исполняет каждого человека своими способностями, вне зависимости от пола, местоположения, статуса семьи и так далее. При рождении человека мы все дети Божьи и имеем этот статус, как дети Божьи. Поэтому Иисус Христос нас учит молиться, Отче нас, Отец наш, что на небе. Бог при рождении дает, исполняет каждого человека своими способностями, и это называется образ и подобие Божие. Откроем книгу Бытия, 1 глава, стихи 26-27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по, 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 образу, по образу Божию, сотворил Его. Мужчину и женщину сотворил их. Это книга Бытие 1 глава 26-27 стих. Образ и подобие Божие. При сотворении Бог дал человеку две способности а это право выбора. И вторая – это одаренность, талант, способности, творческий разум или способность творить. Право выбора есть не у всех созданий Божьих. Я имею в виду тех, про кого нам известно. Есть духовные существа, которые не имеют это право. Они не могут выбирать. Как, например, и у нас в домашних хозяйствах есть животные, растения, которые могут выбирать и которые не имеют права выбора. А из нам известных – это сатана и человек – мы помним, что Сатана раньше был в присутствии Божьим и был прославлял Бога. Он выбрал другое в себе, Он захотел поставить свой престол выше Бога и был скинут от Божьего присутствия. И с ним были также, были также скинуты и некоторые ангелы, которые тоже имели право, имели право выбора, и некоторые послушались сатану и были скинуты с ним 30% ангелов. Сейчас их называют на земле падшие ангелы. Но давайте помнить, что 70% остались Богом. Так вот, это право и сейчас есть у сатаны и его ангелов. И он и сейчас противостоит Божьей воле на земле. Но суд уже совершен. Наказание – это только вопрос времени. Но мы не отвлекаемся, идем дальше. Это право есть и у человека. И мы тоже этим правом живем. Мы сами выбираем, как нам жить, что делать, что нет. Даже мы сами выбираем, быть с Богом или нет. И даже можем Богу сказать «Тебя нет». Давайте посмотрим на первого человека Адама. Откроем книгу «Бытие», вторая глава, стихи с 15 по 18. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть». А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Это книга Бытия, вторая глава, с 15 по 18, с 15 по 18 стих. Бог заповедал, дал выбор Адаму, есть или не есть от дерева познания добра и зла. И это решал человек. Человек сам решает, что ему познать. Право выбора – слушать Бога или нет. Человек сам решает, как назвать зверей и птиц. Посмотрим дальше на стихи с 19 20. «Господь образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Это книга Бытие, 2 глава, 19, 20 стих. Человек сам решал, как ему назвать зверей и птиц. Бог дал человеку самому решать, кто и как будет называться. Бог дал право человеку самому решать в своем месте в рае. Помним, что Бог, когда поселил человека в раю и сказал, что он будет делать, дал ему занятие, служение в саду Эдемском, а это возделывать и хранить его. 15 стих. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Давайте посмотрим на это с другой стороны. Бог создал человека, поселил его в Эдемском саду, сказал, что ему делать, и дал одаренность, талант, способности, творческий разум или способность творить для жизни и служения. Слово служение ⁇ это в наше время, когда человек делает какие-то дела, направленные для Бога. И право выбора самому решать, и творчество, творческий разум ⁇ это снаряжение Бога для человека, для жизни на Земле. Выбор ослушаться Бога. Мы можем увидеть это, это право выбора, когда человек выбрал ослушаться Бога и согрешить. Ева выбрала вкусить запретный плод. Адам выбрал тоже вкусить запретный плод. Каин выбрал убить брата своего. И этот список можно продолжать и до сегодняшнего дня. Человек сам выбирает, начинать ему войну или нет, блудить или нет, упиваться или нет, прийти к Богу или нет, жить с Богом или отказаться от Него. Да, друзья, Бог Отец дал нам, человечеству это право, и до сих пор право это не забрал. Хочу выделить момент. Бог дал каждому отдельно человеку. Это право сохраняется не на народе, нации, а на отдельно каждом взятом человеке. Каждый человек сам пользуется правом выбора и создает свою жизнь. Даже если человек идет против Бога, он не вмешивается в жизнь человека, даже в ущерб себе. Но он не лишает этого права и этого дара. Посмотрим послание апостола Павла к римлянам, первая глава, вторая половина. Можно, можно детально рассмотрим стих 19, 20, 21. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Это Римлянам 1 глава, стихи с 19 по 21. Бог открывается каждому человеку. Бог являет себя каждому человеку на земле. Бог дает жизнь каждому человеку на земле. Бог показывает себя каждому человеку на земле, невидимое творение его, вечную силу его и божество. От создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. И человек сам решает, как он поступит. Мы все предстанем перед ним. Но, как написано в послании, не все принимают его божество, его личность. Есть некоторые, которые не принимают его. И заметьте, сначала не принимают его в своем разуме, потом в решениях, а потом это переходит в жизнь. Придет время, мы все предстанем перед Ним и дадим отчет за наш выбор. И хорошо, когда мы выбираем правильный путь, делаем правильный выбор, используем дар от Бога, право выбора и выбираем жизнь с Богом. Сейчас я заканчиваю. Я рассказал про один из даров Бога для каждого человека. Это право выбора. В следующей статье я расскажу о даре творчества, образе и подобии Отца Небесного. Эти два дара, они идут вместе и даны для человека, чтобы жить на земле. А вообще, я создал серию из трех записей, в которых раскрываю три вида одаренности на земле для жизни каждого человека, вне зависимости, он верующий или нет. Вторая статья о тех, кто пришел к Богу, исполнен Духом Святым, и особенности присутствия Духа в нас, которое проявляется в дарах служения Церкви. И третье это жизнь, обновленная Духом Божьим, то есть закон Духа жизни. Это послание к римлянам, 8 глава. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.